Очень сложная номинация, очень бешеная конкуренция. Тут даже сложно предсказывать. Сложно предсказывать. Фан-база, конечно, у BTS огромная. Но дадут ли просто по желанию фан-базы награду тем... О, дали, господи! BTS, артисты года! О, боже, они охренели сразу. Боже, они охренели. Все, Чи Мин просто обоссался. У него даже слов нет. Боже, Чонгук весь красный. И только Ви держится столпом. Теной, который скрывает эти стесняющиеся мордочки остальных членов группы. Итак, что же скажут наши ребятусечки? Фанатов показывают, как будто это какие-то приглашенные спецгости. Крупным планом отдельных людей. Я серьезно забыл, что я хотел сказать, ребят. Боже. Забыл. Спасибо, Amaze. Мы действительно, это огромная честь стоять на этой сцене с шикарными артистами, которые вот перед нами. Мы очень счастливы. Мы правда счастливы. У меня нет слов, вот он замешкался, типа. Я нервничаю. Да, я нервничаю, да, детка, я нервничаю, детка. Детка, я нервничаю. 3 года назад мы впервые выступили на этой сцене на AMAs. Понимаете, 4 года. Мы так нервничали. Это был просто кошмар. Прошло... Это была долгая дорога к победе. И никто не мог даже предвидеть, что мы будем здесь стоять и принимать эту награду. Это нереально. Кроме вас, Арми. Вы в нас верили. Мы вас любим, да, детка? Да, детка, да. Да. 7 мальчиков из Кореи, объединенных любовью к музыке. С любовью и поддержкой всех вас по всему миру. Это... Все это просто чудо. Да. Серьезно, мы это просто даром не примем. Спасибо вам большое, любим вас. А члены группы ржут, потому что он говорил точно те же самые слова на красной дорожке. Они, видимо, выучили 2-3 предложения, чтобы это, отвечать на вопросы, и больше нечего сказать Рэму. О, сейчас тут разбавят обстановку. О! Так, нераспознаваемая речь на корейском. Mm-hmm. Это все для вас. Я вас люблю. Рамин. Я тебя люблю, Амин! Чонгук сейчас что-то скажет. Да. Мы просто хотели сделать людей счастливыми своей музыкой. Я знаю, что я самый красивый в группе, поэтому я нацепил на себя все эти цепи и пирсинг. И это наша новая глава. Да, за последние несколько лет. Ой, я тоже волнуюсь. Я забыл английский. Я нервничаю. За последние несколько лет мы выучили, что каждый момент в жизни важен, да, и его нужно беречь. В 2022 году мы хотим сосредоточиться на... Девочки с коромыслами стоят, сердечки изображают. Я чуть не понял, что это за хрень происходит. Не дают друг другу договорить. Спасибо большое, BMA. Мы любим вас, сказал Ви. Чонгуку не хватило словарного запаса. Никому не хватило. RM повторил то же самое. Ви решил, как настоящий мужик, просто не волнующийся, завершить.